Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racer 2. Так, открываем с вами сундучок и смотрим, что нам выпадает. Крылья и колесный. Смотреть видео я не буду. Ну что ж, давайте следующий тогда на активацию поставим. Так, друзья, 7, магазин 1. Что в магазине мне? Вау, 220 рублей, набор для спортивной машины. Включая для себя спортивную машину. По-моему, она у меня есть, ребята, да. Это просто перекрашенный мой такой Форд, или можно назвать, наверное, Феррари его, да. Потому что мы гоняем. Так, управление В. Управление В, или может быть Б. Не имеет значения. Так, сегодня я хочу попробовать, ребята, перейти в золото. На золотой ранг. Как вы видите, у меня серебро, да. Три звезды. Ну, я не знаю, сколько нам понадобится для этого сделать гонок, чтобы попасть в золото. С деньгами, конечно, очень туго. Ну да не беда. Деньги — это, ребят, такое дело наживное. Неплохой старт для начала, ребята. Ты смотри, какой-то паршивец там на драндулете хочет меня. И не то, что хочет, по-моему, он. Он, ребята, меня обогнал. Нет, родной, давай, едь, нормально. Какой-то ферно. Слушай, у него колеса крутые. Ну-ка, почему мы, ребят, с вами не можем газануть, а, хорошенечко? А, как тебе, сосунок? Получил свое, вот так-то будешь знать. Я его все-таки, ребята, сделал. Вы сами прекрасно все видели. Ну, бас, другого слова нету. Так, ну что, ребята, это у нас вторая гонка. Оу, старт у меня был вшивенький, если вы заметили. Да ладно тебе, Рэй, ну что ты? Обделались. Мы с вами просто-напросто тут обделались. Я, наверное, приду последним, судя по всему. Если, конечно, кто-нибудь тут не перевернется. Мне попросили, ребята, поставить другие какие-то там скиллы на мою тачку, да? Чтобы якобы она была лучше. Я все-таки одного сделаю или нет? Да хорош, на каком-то джипе едет еще. Ну, твою же дивизию, ребята, я на четвертой позиции. Да ну, хорош. Блин, мне не нравится такой расклад. Давай. Вроде бы неплохо мы с вами начали. Вау, тихо, не надо переворачиваться сильно, потому что... Так, вот здесь перелететь главное. Слушай, большой, ребята, у нас отрыв получается. Главное, что не перевернуться или где-то не упустить наш шанс. Так, здесь потихонечку, ребят, с вами потихоньку, не спешим. Тут у нас вода, мы на пляже опять с вами, да, где-то отдыхаем. Все отдыхают, а мы катаемся. И какое я место получу? Первое. Посмотрим, сколько... Да хорош ты уже. Слушай, ребята, неплохо нам дают. Так, сельский кубок. Ну, естественно, будем его проходить. Так, мне сказали вот сюда отпускать. Йо! Солидно. Я стартанул. Так, подожди, не надо тут мне никаких выкрутасов. Тут у нас обычная сельская гонка. Должна быть, по идее, самая простенькая, да? Трасса ничего из себя сложного не представляет. Мало прыжков, мало всего. И, наверное, я все-таки сейчас приеду, ребята, первым. Опс, тихо. Фух, нам повезло. Да, ребятули? Я первый, это классно. Смотри, насколько я их обогнал всех. Хоу. Здорово. Так, а сколько у нас? Здесь будет три гонки. Так, я, по-моему, опять, ребята, отличный взял старт. Но меня вот этот чувак на мотокроссе хочет, видимо, обогнать. Он прям жаждет меня обогнать здесь. Но мне кажется, ничего у него здесь не выйдет. Да? Да, скорее всего, так оно и будет. Так, Рэй, давай, не уезживайся, есть нормально. А тут я смотрю, что-то куда-то перевешивает машиночка. Блин, а мне нравится, как мы едем с вами. Вообще прикольно. Эть, в конце перевернулись. Но это уже не имеет значения, все равно, ребята, мы с вами на первом месте. У нас 6 очков. Вшиво. Очень, ребята, плохо, я немножко тут... Смотрите, вот как только старт берешь, плохо, да? Тебя начинают все почему-то сразу же... обгонять. Абсолютно все. Так, тихо. Но у меня хорошая, ребят, подвеска. Она меня выручает в данный момент. Они там что-то все прыгают как-то непонятно. Тихо, не надо. Здесь должно быть все четко, все аккуратненько. Ребята, мы залетаем с вами на финиш. Так, давайте мне первое место, пожалуйста. Первое место. Так, забрать 4 гема. Спасибо большое. Так, немножко, да, всего лишь прибавили. Ладно, поехали, ребята. Что у нас? Кубок пустыни на этот раз. Ну что такое, ребята? Старт не удается мне нормально сделать. Хотя, может быть, он мне здесь не понадобится.
Может быть, нам с вами тачку разукрасить? А я могу ее вообще как-то апгрейдить? Так, подожди-ка. Аккуратно вот так вот мы с вами проехали. Я просто мог бы там врезаться, и все, и был бы кирдык. Но, как видите, сейчас в данный момент у меня все отлично. Кактусы, это не помеха. И вот, ребята, финиш. Йоху, я ж прям... Ничего себе, я там сальтухана сделал. Мне понравилось, кстати, вот эта вот гонка была отличная. Стартанули, но норм. Все отлично. На ускорение, ребята, мы с вами едем. Перелетаем это все, конечно же. Так, не надо выкаблучиться. Я просто, ребят, боюсь, что моя машина может перевернуться. Хоть шанс, конечно, и маленький, но все-таки. Эти кактусы постоянно мне мешают. Они меня притормаживают. Вау. Слушай, ну здесь быстро. Слушай, а если мы такими темпами с вами дальше продолжим, скорее всего, мы получим здесь с вами все-таки золотой ранг. Но, не надо. Ничего себе. Смотрите, ребята, что я творю. Чудеса просто на виражах. По-другому... Да какого лешего? Пока я там где-то летал, они меня... Ты посмотри, что они сделали. Вот так вот, ребятушки. Вот так они меня облапошили-то здесь. Что у них там стоит? Я не могу понять. Так, какая-то... Что-то у них там копится, ребят. Что это такое может быть, а? Видите, как эта аура на машинах возникает? Интересно, что это может быть? Так, а кто... Какое место? Первое. Все равно все-таки я их всех, ребята, обогнал. Так, бесплатно. Давайте-ка мы с вами, наверное, откроем сундучок. Чтобы не мозолил мне глаза. Так, магнит и стартовый. Так, 11 тысяч. Ну, этого, ребята, мало. Фух. Так, первый снег. Гонка. А знаете, что я думаю? Давайте мы, может быть, с вами поменяем немножко... ускорение и поставим себе... Что это такое у нас? Силовое ускорение при идеальном приземлении после большого прыжка в воздухе. Давай поставим, а? Вот это, может быть, уберем. А вот это вот поставим. Так, подожди, что? Слоты заняты, я понял. Давай вот так вот сделаем. Ребят, я просто хочу посмотреть, что это значит. Может быть, оно действительно будет нам как-то выгоднее и лучше. Неплохо. Совсем, ребята, неплохо. Но автобус не отстает. Он просто прицепился ко мне сзади. Отлично. Так, тихо, главное не перевернись. Рейчик, пожалуйста, не перевернись. Просто ребята давно просили: Рей, сними Hill Climb. Давно не было видосиков. Вот, ребята, я и решил сделать видосик. Почему бы и нет? Надо же все-таки когда-то рано или поздно перейти нам в золото. Так, лучше поздно, чем никогда, верно? Вот так-то. Чикс. Я просто представляю, вот так вот, если, да, ты едешь на машине, и эта машина просто на тебя падает. Просто сворачиваешь все шеи к ядре, не фени. Во, солидно. Кстати, я не понял все-таки, что мы с вами там отдели. Я знаю, что мы не можем форсировать. Но я так понимаю, мы много от этого не потеряли. Да? Колеса. Опа. Все, абсолютно с вами перелетаем. Там было написано «при идеальном приземлении». А что в их понятии «идеальное приземление»? Что он должен срабатывать и как? Две... Эй! Ты чё, господи? Решил, ребят, нажать на две кнопочки и проверить. Может быть, что-то у нас там будет активно. Нет, ничего не активно. То есть эти кнопочки можно даже не нажимать. О! Ты понял как? Они будут знать. Там у нас чё... Оп, тихо! Воу! Твою же маковку! А что надо было сделать в этом случае, ребят? Я не знаю. Ну, я могу сказать, что ровно половину мы уже с вами набили. Может быть, нам мотор? Давай мотор, наверное, улучшим, да? Не знаю, насколько будем мы быстрее с вами ехать и насколько лучше. Но мы сейчас это все протестим. Старт неплохой. Но почему-то, ребята, они без всяких ракет тоже неплохо стартуют, в отличие от меня. У меня-то с ракетой, а они без. Вау. Так, давай. Отлично. Приземляемся неплохо. Машину нашу не шатает, не мотыляет. Все у нас нормуль. Ты посмотри. Отлично. Так. И вот, ребята, у нас финиш. Первая позиция. Замечательно. Несмотря на их мотокроссы, несмотря на их там баги, мы все равно их всех сделали. Так, подожди, что-то я... Немножко, ребята, лопухнулся.
Да, очень немножко. Вроде кажется, да, ну что там, нажать кнопочку вовремя, но нифига. Какого хрена ты на мотороллере тут еще выеживаешься? Парень, иди ты в лес. Ты смотри, что вытворяет, а? Ты понял? Ну, у меня все... он упал, перевернулся. Нет, не перевернулся. Он выровнялся все-таки. Но это меня мало волнует, потому что, ребята, вот уже и финиш. И мы в него просто залетаем. Отличненько. Пикачу, Дионы, Коделлю. Прям, знаете, как мафиоза. Леону Коделлю. Нет, опять вшив. Ты, ты видел? На мотороллере чувак втопил. Вау. Слушай, главное не перевернуться здесь. Да ну хорош. Да ну. Почему мы не можем залететь? В чем проблема? Ребята, скорость я не терял. Первое место, отлично, меня это радует. Очень радует, и я думаю, что... О, сундук у нас, ребят, готов. Давайте-ка посмотрим. Так, зимние шины и амортизаторы. И немножко денег мы получили. Шины и амортизаторы. Нет, не нравится мне, короче, эта фигня. Я не знаю, что она делает на самом деле, да? Смотри, после большого прыжка в воздухе. А, предельное приземление, позже. Силовое... Я не видел никакого, ребята, силового ускорения, если честно. Давайте скажем правду, не было никакого идеального ускорения. А если я, например, вот это уберу, а вот это вот поставлю. Ускоритель мощности для колес. Я хочу посмотреть, насколько это будет мощно. Насколько мои мощные колеса продержатся. Так, где, где, скажите мне, пожалуйста, ускорение. Нет, ну я отрываюсь, я не спорю, конечно, но... Да что такое-то, мостик, ребят, меня подвел. Подыграл там называется. Вот, смотрите, он, видите, играет. Буянит просто надо мной, шуткует. Вау. Это было круто сейчас. Так, хорош. И вот, ребята, финиш. Слушай, наверное, все-таки, да, мы с вами зайдем. Наверное, еще гоночек 5-6. И мы перейдем на золотой ранг. А на золотом ранге мне сказали, что рейд там ожидает очень много вкусняшек. Я хочу проверить, обманывают ли меня мои подписчики или нет. Сколько там будет каких-то вкусняшек, какие-то команды там. Ты что, Рэй, ты что делаешь-то? Это что сейчас было такое? Я вообще не знаю, ребят. Там нифига чувак на тракторе едет с такими огромными колесами. Ну-ка, давай вот так вот. Слушай, по-моему, мы выровнялись, и у нас все идеально идет. Тихо, не переворачивайся, мне только здесь. Перед самым финишем я вообще бы тут волосы бы все бы на голове вырвал бы себе. С психу бы. Ну, е. Козырек. Козырек, ребята, козырненько все было. Так, что это у нас такое? Что это? И что это, получается, что мы проиграли или нет? Ага. А, уже 4 гонки нужно ехать. Ну ладно, хорошо. Ребята, это горная местность, она мне нравится. Надеюсь, здесь никаких не будет подколов. Что там за чуваки? Они просто от меня не отстают. Я выигрываю, ребята, вот в данный момент чисто в скорости. Даже не в технике вождения и езды, а именно в скорости. Потому что вы сами видите, у меня... Скоростуха, будь здоров. Не зря я все-таки себе двигатель, да, улучшил еще на одну единичку. Это вообще идеально. Так, хорошо. И трасса мне это нравится. Никаких выкаблучиваний, едешь себе спокойненько. Должен быть, ребята, быть на первом месте все-таки. Давай проверим. Да, замечательно. Ага, испытание на скоростных. У нас следующее называется миссия. Это что, у нас тут босс, нет? Нет, по-моему, ребят, не босс. Или босс? Нет, не босс, ребята. Вау, тихо, сможем туда залететь? Я залетел. Что это такое? Колеса, они мне... Они меня, ребята, очень сильно затормозили. Давай, давай. Опа-на, кто там? Вы видели, ребята, там уже впереди чухонец уже какой-то едет. Эй, родной, иди-ка сюда. Блин, я второй. Я второй, это непростительно. Ладно. А как он так, интересно, ребят, смог нас... обогнать. Вот что меня интересует. Пока я там, наверное, прыгал, он уже... Нет, нет, нет. Да господи, ну... Все, это фейл, ребят. Даже если я займу первое место, это все равно фейл, потому что в данный момент я вообще никаких очков не получил. Как меня вот эти вот уровни бесят с приколами, да? Со всякими прыжками и так далее. Ладно, хорошо. Давай попробуем все-таки здесь занять. Ну, хотя бы второе место, ребята. Уху! Даже, ну, первая позиция понятна. А место какое? Первое? Ну, я вам скажу. О, ребята, выживший против воскресный чемпион. Это, я вам скажу, ребята, босс. Это будет босс. Ничего себе у него тачка, ты посмотри.
Вот это у него тазик, вот это комбайн, да? Выживший, блин. Ладно, пока мы лидируем, ребят, с вами. Да хорош ты уже, Рэй, ну. Втапливаем, втапливаем, нам нужно оторваться. Не забывайте, что это только лишь первая гонка. Тихо ты. Сколько там будет их? 2, 3? Не знаю, 3, по идее, должно быть. Ну, он, смотрите, он очень там медленно как-то едет на своей барахлюшке. Но разница буквально, ребята, в 2 секунды у нас между ним. Так, 4 гонки у нас здесь будет. Круто я начал. Я опять, ребята, иду в отрыв. Если мы этого босса с вами сейчас победим, мы перейдем в золото. Это я вам точно говорю. Оно должно быть так. Это как и с уровнем про ниндзю. Помните, ниндзя-босс? Я же его обогнал, и у меня сразу же появился серебряный ранг. Также я чувствую, должно быть и здесь. Но моя вот эта машинка уже там будет не котироваться, я почему-то думаю. Первая позиция. Мне придется, наверное, ребята, что-то новенькое покупать, скорее всего, если мы хотим с вами здесь дальше выигрывать гонки. А это все, наверное, деньжата. Или копить. Но копить очень... Тихо, давай вот так вот, аккуратненько, да. Все, я не буду там поверху ехать. Когда можно вот здесь вот потихонечку, не спеша. А он, по-моему, опять, ребята, отстал. Причем отстал довольно круто от меня. Я не знаю, зачем ему дали такую мощную машину. И причем медленно. Если бы он мог бы здесь, например, бомбить что-то мне там, какие-нибудь ловушки устраивать, тогда да, был бы в этом резон. А так как ему дали здоровую тачку, да, ну и смысл. В общем, я его, ребята, на крутых поворотах просто уделаю. А уж тем более в горной этой местности, где она мне как родная, я вообще буду их просто чпокать здесь. Давай, давай, родной мой, в отрыв. Это полный отрыв, ребята. Выживший — это вата. Даже ниндзя был и то круче. Хотя там у меня не было нормальной машины, поэтому он казался мне таким легендарным. Была бы у меня вот эта вот машинка моя, да, Феррари. Ох, жару бы я там задал бы этому ниндзя. Так, монетки, это все, конечно, хорошо. И все, ребята, первая позиция. Это у нас была последняя гонка или третья, а? Я так увлекся гонками, да, ребята? И... Ну что же, я вас поздравляю, ребята. Мы с вами перешли в золото, одна звезда. Пора ставить золотые зубы. Вы можете сейчас вступить в команду или создать свою. Ага, а где у нас русские? Дайте мне, пожалуйста, хотя бы одну... О, русские девушки? Серьезно, что ли? А почему не русские пацаны? Переполох, тоже русские. Блин, русские девушки. Еще так написано. Русиан девушки, не знаю, ребят. Руслан, просто Руслан и все. Хм, мало команд наших-то. Всего лишь 3. Остальные кто у нас тут, ребята? Немцы, я смотрю, да, тут. Американцы, немцы. Американцы 50 из 50. Поласи. Польские, что ли? Не знаю. Ладно, давайте, наверное, вступим, ребят, с вами в русские девушки. Ну, фиг с ним. Вступить в команду. Подключение к чату. Вступайте. Так, Кепа вступил в команду. Рита, Рита. То есть и девчонки, и ребята играют по полной программе. Вступайте. Comical Cars. Осталось времени до вступления. Не могу. Вступить я почему-то. Так, активность участников. Да ладно, 0 километров, то есть никто не играет, что ли, или что? Не знаю, ребят. Так, ну ладно, с этим мы разобрались. Что у нас тут на почте? Нет, это новости, я не хочу их смотреть. И давайте, ребята, наверное, с вами немножко... Кстати, машин-то никаких не дали новых? Нет? Денег у меня мало, 5000 всего лишь. В общем, давайте посмотрим, что это у нас за весенний город. Ничего себе у чувачков машины там. Ну-ка. О, ребятули, я уже понимаю, чем тут пахнет. Тут пахнет керосином. Мы прям с чуваком, прям, знаете, вырываем победу друг у друга. Ну, неужели моя машинка-старушка еще здесь что-то может сделать? Причинить, так сказать, боль моим противникам. Слушай, судя по всему, да. А где финиш-то? Дайте мне финиш быстрее, пока я... Пока у меня тут все нормуль идет. Эти скорость, очень быстро мы теряем здесь с вами скорость. Вы заметили? И вот, ребята, финиш. Первая позиция. Нифига у чувака машина там. Все почему-то перевернулись. Ладно, а мы с вами двигаемся далее, ребят.
Ух, старт пошел. Посмотри, что делает, а? А я аккуратненько здесь. И они, кстати, тоже аккуратно, аккуратно едут, ребят. Но все равно я как-то вот в прыжках их здесь сделал. Абсолютно всех. Ладно, не будем пока раньше времени радоваться. Проедем вот здесь вот все четенько и аккуратненько. Без всяких прыжков, падений, разбиваний. Так, давай вот здесь вот немножко пригонем. Так, вот здесь поедем аккуратно, аккуратно, аккуратно. Все, нормуль. Здесь тоже, кстати, очень аккуратненько. Ну что, замечательно. Ребята, только дайте мне, пожалуйста, финиш, и все будет окей. Вот он, финиш. И мы приехали, первая позиция. Сколько гонок нам нужно, ребят, вообще проехать? 4, да? Что-то слишком... Слишком, ребята, долго все это. Был вшивенький старт у меня. Вот что я могу сказать. Так, что он там мне показывает, я так и не понял. Зачем мне это надо? Мне этого не надо. На заднем колесе чешем с вами, да? Как эти, прям, как элитные гонщики. Так, разводные мосты. Это вам не Санкт-Петербург. А может быть и Петербург, я не знаю, ребят. Что это вообще тут за трасса такая, тихо. Ну она такая с заковырочками со своими, да, смотри. Оу, тихо, да ну, иди ты в шиве отсюда, как ты. Я первый должен быть, чуть-чуть бы и я, ребята, мог отстать. На самом деле, он у меня мог догнать и все. Поехали. Да я офигею, я, ребята, с ускорением, блин, не могу тут от них оторваться. Они без ускорения. Я вообще офигею, как вот на этой баге, на самой первой, этот чувак меня тут, смотри, что вычесывает. Ты посмотри, что он делает. Давай, 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 Рэй, как-то надо преимущество брать. Родной мой, ну. Он прям по пятам идет за нами. Так, тут аккуратно попробуем. Есть, отлично. Так, тут тоже надо аккуратно. Потому что можно врезаться головой и разбиться. Я офигею, как это что? Как у него это получается, а? Да, ребята, я первое место. Что такое у нас? Специальное предложение. Так, супер дизель. Че, ребята, наверное, купим мы с вами, да, эту машиночку? Пожалуй. Будем на ней рассекать. Я думаю, что она будет хороша. Так, ну что, друзья, 100 тысяч и 500 гемов. Новая супермашина. Так, а что здесь нам выпадет? Вау. Ускоритель, тяжеловоз и колесный. 122 тысячи. Так, что у нас тут в команде? В команде ничего. Все так же тихо и глухо. Мы можем с вами, ребята, разблокировать новые трассы, между прочим. Пляж, застойное болото. Давай застойное болото. Я хочу просто посмотреть, ребята, что это за трасса. И где моя машина? Дайте мне, пожалуйста. Хотя мы можем, знаете, что сделать? Так, гонка. И где? Где? Вот. Вот она, тачечка. Так, здесь мы сразу сделаем, наверное, с вами бесплатно. Это за рекламу, да? Ну давай сделаем, посмотрим. Так, ну что, я получил бесплатненько. Давай теперь, наверное, мы с вами движок улучшим. Так, двигатель. Естественно, возьмем еще турбо. Так, и сцепление, да, чтобы как можно быстрее набирать скорость, когда мы только касаемся земли. Так, и подвеску. Подвеска тоже нужна, ребят, чтобы нашу машину не мотыляла. Ну что, теперь остается... Ой, подожди, а я же ее даже... Господи, ребят, я забыл на нее примочки поставить все. Ну-ка проверим, насколько она хороша. Да ладно тебе, что это за фуфло на самом деле? Что это? Да хорошим... Нет, что-то не то, ребят. Что-то мне эта машина не особо хорошо нравится. Дизель. Во-первых, она очень большая. Но я так понимаю, если мы с вами перевернемся, то не должны, по идее, погибнуть, да? Судя по тому, что у нас есть все-таки крыша. Ну-ка. Она у меня просто идеальная. Она встает всегда на колеса. Ну что, тут у нас три гонки, ребят. Ну, он газует, конечно, как сумасшедший. Йо-хоу. Ну что ты так теряешь скорость на какой-то требухе? Колеса, такое ощущение, что они сами по себе, ребята. Просто нарисовали, я даже не вижу никакой подвески. Просто висят в воздухе и все. Нет, 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 давай, едь нормально. Но знаешь, что я могу тебе сказать одно? Что она очень быстро набирает скорость. То есть она, может быть, и теряет при приземлении, но также и быстро ее набирает. То есть это есть плюс. Но вот то, что ее мотыляет, меня, конечно, немножко, ребят, смущает. И скорость, конечно, она офигеть как развивает. Я еще, конечно же, поставлю сюда на нее примочки.
Эй! Давай, 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 что это такое? Что это они все тут? Вот, вы видите, ребят, вот он элементарный пример, как она быстро набирает скорость. Вот здесь бы мне планирование бы не помешало. Смотри, какой-то охламон на каком-то там драндулете едет. Иди ты отсюда, елки-палки, вшивенький. А мы едем с вами, ребята. И первое место за нами. Ну, как сказать? Ну, неплохая машина, неплохая. Не буду спорить. Единственное, что надо ее как-то немножко подкорректировать. Золото. Кстати, скоро будет золото 2, там золото 3. И мы с вами, наверное, будем уже в платине. Так, ну что, давайте посмотрим все-таки застойное болото. Что это из себя эта трасса представляет? Ну, я понял, какая-то... Что это такое? Это просто коробки лежали или я должен был их собрать? Я не понял, если честно. Я такой, знаете, как... Ой! Мостик сломал просто под своей тяжестью. Это просто какой-то внедорожник у меня на самом деле, ребят. Давай-давай, крокодил, ты видел? Вместо этих оленей, тюленей и баранов тут уже крокодилы сидят в засаде. Оу! А что мы можем... Ребята, я не могу даже встать. И что получается? Ребята, я ничего не могу сделать с машиной, абсолютно. И все, ребята. Повтор, если только сделать. Так, это я сам с собой же, да? Просто раздавил, ребята, коробки. И все. Ничего в них такого нет, там, выдающегося. Что-то мне вот в этой машине не нравится. Вот только что я не могу понять. Мне, наверное, надо что-то сделать с подвеской. Ну, вообще мотыляет, конечно, ее по-черному. Вон крокодил, ребят, смотрите. В кустах сидит. Так, ладно, здесь мы забрали. Вот здесь где-то мы перевернулись, по-моему, да? Да, вот здесь вот, 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 ребята. Да хорош ты, что ты... Водитель разбился. А как я разбился? Что-то он вообще перевернулся в этой тачке. Слушай, нет, пока это не годится. Во-первых, она неуправляемая, эта машина. И я не знаю, что надо делать. Надо ее прокачивать, это однозначно. Вот что я вам могу сказать. Так, а как мы с вами машину-то улучшаем? Я уже забыл. Так, мне, например, нужно улучшить тачку, да? Ну вот она. Что на нее мы поставим с вами? Так, уровень 8. Бесплатно, это опять же за рекламу, если мы хотим повысить уровень. А я могу просто взять и повысить или нет? Или мне вот обязательно так надо делать? Так, и тяжеловоз. Ага, а сколько нужно? 15 уровень, да, у нас металлолом. Так, выбери количество деталей, которые хочешь сдать в металлолом. Детали для сдачи в металлолом. Так, выручка от металлолома. Сдача деталей в металлолом займет определенное время в зависимости от ее редкости. Так, в металлолом. Ну давай вот эту вот крышу я могу сдать. Металлолом. 16, ребята, минут будет все это перерабатываться. А потом мы с вами можем что-то сделать. Может быть, я зря, конечно, это все ушатал. Это у нас идет на джип, это на автобус, это на скутер. Это все, что у нас куда подходит, да? Багги для песка, трактор. А на мою машину вот подходит только вот это вот. На супердизель. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и попробуем набить с вами ранг золотой в 2 звезды. Так что всем пока, удачи и до новых видосиков.